Один из самых ярких и талантливых актеров театра и кино отмечает юбилей народному артисту России Евгению Миронову. Сегодня исполняется 50. Среди самых известных его работ – роль в сериале «Идиот», кинолентах «В августе 44-го» и «Утомленная солнцем 2». С 2006-го Миронов – художественный руководитель театра нации. Юбилей актер отметит на сцене, выступит в спектакле «Евгений Онегин» в Саратове. С 50-летием народного артиста России Евгения Миронова поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.